Если вам нужен профессиональный ключ для 10-й винды или офиса, то распродажа на GVG Mail вам в этом поможет. Тут можно купить профессиональную 10-ю винду за косарь, и она будет прекрасно работать, безо всяких кряков и взломов. Работает все надежно и без проблем. Покупка совершается прозрачно и легко. А если еще и применить вот этот промокод для скидки, то цена становится еще вкуснее. Все ссылочки будут в описании, переходите, ознакомьтесь. Всем привет! Туалет – это такое место, где некоторые любят проводить много времени за просмотром Ютуба либо читанием газетки. Это идеальное место для уединения и, так сказать, релаксации. И я подумал, а по-любому у китайцев есть интересные товары для такого особенного места в доме, которые будут полезны многим. И вот я сделал такой ролик с 15 интересными устройствами для туалета. Так что присаживайтесь поудобней и приятного просмотра. Ах да, не забывайте про конкурс в конце ролика. Ночные походы в туалет никогда не были простым занятием, поскольку включение яркого света ослепляет, а в темноте ничего не видно. Компромиссным решением является установка фоновой светодиодной подсветки, оборудованной инфракрасным датчиком. Последний автоматически включает устройство в случае обнаружения тепла человеческого тела. Устройство поддерживает 8 различных оттенков света и работает от 3 батареек. Крепление осуществляется под ободок унитаза. Дистанционно управляемая крышка для унитаза. Если обычная сидушка на унитаз выполняет ограниченный перечень функций, то умная версия позволяет существенно расширить его. Это приспособление способно автоматически открываться и закрываться, оборудовано встроенным средством для подмывания, а также подогревом. В зависимости от модели, устройство комплектуется встроенной панелью управления или дистанционным пультом, а также в устройстве есть особый режим, предназначенный для детей. Модуль управления биде. В том случае, если из всех дополнительных функций умной сидушки требуется лишь биде, то разумно воспользоваться отдельным универсальным модулем, который подходит для большинства стандартных моделей унитаза. Три регулятора позволяют выбирать режим работы, настраивать уровень напора, а также управлять нагревом жидкости. Корпус приспособления выполнен из пластика. Комплект содержит инструкцию, а также детали, необходимые для самостоятельной установки. Писсуар для деток, выполненный в виде забавной лягушки, оборудован двумя присосками для крепления кафельной плитки и обладает встроенной вертушкой, которая вращается под напором жидкости. Приспособление выполнено из пластика. Пользоваться таким писсуаром могут детки возрастом от 8 месяцев до 6 лет. В качестве декоративных элементов здесь имеются изображения выпуклых глаз и согнутых лапок. Гигиеническая ручка для подъема крышки унитаза. Даже если унитаз подвергается регулярной чистке с помощью мощной химии, то все равно многие предпочитают поднимать сидушку таким образом, чтобы избежать прямого контакта кожи рук с ее поверхностью. С помощью довольно простого приспособления делать это можно без особых усилий. Гигиеническая ручка крепится под ободок и обладает складной конструкцией, то есть не занимает много места. В наборе содержится сразу 3 таких приспособления, которые отличаются друг от друга цветом. Амортизирующие насадки для сидушки. Еще одно недорогое, но очень полезное приспособление предназначено для амортизации сидушки в тех случаях, когда она самостоятельно падает на унитаз. Мягкие вставки крепятся под ободок в 4 точках с использованием встроенных липких полосок и способствуют избавлению от громких и пугающих звуков. Установка занимает не более нескольких минут. Изделие совместимо с большинством из популярных моделей сидушек. Дизайнерские накладки для сидушек унитаза. Скучная белая поверхность стандартных сидушек не оставляет никакого желания задержаться на них подольше. Зато такое желание оставляет дизайнерский вариант, украшенный рифленым рисунком в виде цветочков и окрашенный в один из 3 доступных оттенков зеленого, розового и синего. Приспособление изготовлено из гибкого материала и устанавливается поверх стандартного сиденья. Поверхность накладок приятно ощущается кожей и легко очищается от загрязнений. Дезодорирующий коврик для писсуаров. Если долгое время не заниматься чисткой писсуаров, то в скором времени они станут причиной появления неприятного запаха. Одним из способов борьбы с ним являются специальные амортизирующие коврики, изготовленные из ПВХ. Наличие множества отверстий на них позволяет беспрепятственно пропускать жидкость. Комбинированная взросло-детская сидушка.
Детям довольно сложно пользоваться взрослыми сидушками, а поэтому для них нужен особый вариант сидения на унитаз. В этом приспособлении взрослый и детский варианты были удачно скомбинированы. Таким образом, здесь уместилось сразу две сидушки. При этом верхняя из них обладает меньшим диаметром отверстия и предназначена для детей. В любой момент она может быть откинута, чтобы унитазом смогли пользоваться взрослые члены семьи. Насадка на биде. Хромированная насадка для шланга с водой превращает его в удобное средство для подмывания. Подача воды здесь регулируется с помощью рычажка. Для вывода жидкости используются многочисленные сопла, которые разбивают единый поток на несколько мелких струек, что позволяет сэкономить воду. Корпус крана изготовлен из прочного ABS-пластика. Установка приспособления не требует наличия специальных навыков и осуществляется за минуту. Золотой унитаз. Наверное, у Януковича спионерились в Межигорье, ну прям 100%. А вы как думаете, позолоченный унитаз – это символ необузданной роскоши или смелое дизайнерское решение? Ну, каждый решает его по-своему. Одно можно утверждать с полной уверенностью. Такое приспособление для обустройства туалета действительно есть, и его можно купить, если в распоряжении имеется довольно солидная сумма. Позолотой и золотистой краской здесь покрыты все элементы изделия, включая сидушку, а также смывной бачок. Весит такое приспособление около 70 кг. Автоматический освежитель воздуха. Неприятные запахи – это естественное следствие посещения туалета. Для того, чтобы избавиться от них, придумано немало средств, включая аэрозольные баллончики. Преимуществом этого приспособления является наличие датчика освещенности, с помощью которого прибор автоматически активируется, когда в туалете гаснет свет. Ароматическая жидкость заливается в емкость и выдувается при помощи вентилятора. Пленка Вантус для прочистки унитазов. Южнокорейская разработка, способ использования которой заключается в приклеивании ее краев к ободку унитаза и ритмичному надавливанию в центр образовавшегося пузыря. Воздушная прослойка между пленкой и сливным отверстием в этом случае будет углубляться в трубу. Действие точно как вантус, но намного чище его, то есть без посторонних брызг в лицо. Эта пленка отличается высокой прочностью, которая позволяет не беспокоиться о том, что руки продавят ее тонкий верхний слой. Каждая из двух пленок, входящих в комплект поставки, предназначена для однократного использования, после которого ее можно просто выбросить в мусорное ведро. А вот, кстати, и ведро, удобное и стильное. Крышка легко открывается нажатием кнопки. Можно вставить внутрь два мешка и сортировать мусор. Подошва ведерка не скользит, что повышает гигиеничность и безопасность использования даже на влажном полу. Красивая обтекаемая форма бака не просто передает ему приятный глазу вид, но и обеспечивает компактное расположение. Такой предмет легко можно уместить между столом и холодильником, в ванной, либо в туалете. Скамеечка для туалета. Позаботиться о том, чтобы каждый ваш визит в туалет стал более здоровым. Она ставится на полу у унитаза и позволяет поднять ноги в позу на корточках. Доказано, что этот способ облегчения более полезен для здоровья. Когда вы поднимаете ноги, ваш желудочно-кишечный тракт распрямляется. Ровное положение тракта означает, что вам потребуется меньше усилий, и вы проведете меньше времени на унитазе. А вот и конкурс, приз 300 рублей на мобильник либо вебмани. Условия простейшие. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк и написать в комментариях, а во сколько лет у вас появился ваш первый компьютер и какая винда там стояла. У меня, например, ПК где-то появился в 2002 году и там был Windows 98, а у вас? Надеюсь, сегодняшние товары станут для вас полезными и пригодятся. Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях, я буду вам очень признателен. Спасибо за просмотр, будьте все здоровы и пока-пока!